Итак, дамы и господа, всем привет! Как я обещал, испытания я буду проходить для вас специально и на стриме, и для видосика. Я очень хочу получить вот этот пин, блин, обалдеть, разработчики, я прошу вас, услышьте. Вводите как можно больше кастомных эксклюзивных вещей за какие-то достижения. Мегабоксы никому не интересны. Ладно, не буду обобщать, возможно, кому-то интересны, у кого не прокачаны аккаунты. Но большинство игроков все равно, я думаю, что склоняется к тому, чтобы иметь какие-то эксклюзивные вещи. То, чего нет у других. Поэтому вот такие пинчанские разные, прикольные, за разные испытания, достижения. Это очень круто. Скины, пины, блин, я очень... за это топлю и всегда это поддерживаю. Мы сейчас будем проходить с Ростиком, с Котом полностью испытания. Пики я вам показывал в видосе, продемонстрируем их еще здесь, прямо сейчас. Усаживайтесь поудобней. Всем приятного просмотра. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну и, друзья мои, полетели. Полетели проходить испытания. А, ребятки, я забыл вам показать каточки. В общем, у нас пик немножко гибридный. У нас Фрэнка, по идее, не должно быть в тиме. Но в любом случае, как-нибудь мы тащим. В общем, за основу обязательно здесь нужен какой-то метатель. Ну, вообще, тик. Вот, можно брать Белли, Байрона, Пайпер, не знаю. Лучше Бель, конечно. Лучше Бель, конечно. Но вот у нас вот такой вот пик. Тик, Фрэнк. Ну и пайперушка. Мы пока идем в ноль. Это третья победа сейчас будет. Да, не получилось, ну ладно. Так. Да, нас поджимают. Но мы пока лидируем очень сильно, поэтому... У нас чел стоит пока. Ну да. Бот? А, кота нет? Я не знаю, он вот остановился там на стороне. А, понятно, кот у нас афкашит. У него вылетел интернет, походу. Ну, мы играем с ботом, ребят. Ну, теми лучше, теми лучше. Смотрите. Смотрите. Третья победа. Мы первую партию прошли. Дальше у нас острый угол. Это Game Grab. Сейчас мы дождемся, как вернется кот, и подберем пик. Ну, вы... А вот он и вернулся. Кстати, на моих тиммейтов ссылочки будут в описании. Подписываемся на них. В общем, меняем пик. И покажу, чем мы пройдем вот эту испу. Пока мы идем 3-0. Сейчас будем проходить Брауливуд. Дальше Брулбол. И, надеюсь, получу я свой пин. Либо Леон. Итак, либо... ребятки, вот такой вот у нас пик. В общем, Джин, Спайк и Леон. Погнали, первая каточка. Сейчас мы посмотрим. Кот у нас видос, так что не матерись. А, кстати, еще момент. Против нас несложные соперники, поэтому пока вообще легко. Но посмотрите, Аджика какая-то с везунчиком против нас играет. Ну, я на спайке вообще просто. Мне так нравится спайк, я вам отвечаю, так рад на нем поиграть. Еще на золотом скине просто, это же... Ну, против нас реально соперники сейчас... Относительно несложная, поэтому я думаю, с любым бы пиком мы тут могли бы выиграть. Но имейте в виду, что если подберутся вам какие-то типочки сильные, то желательно... Ого. Ливать скатки. Ливать скатки, да, и больше не заходить в Бравл Старс. Но не так-то было, если бы было не так. А как? Ну вот смотри. Оп, и везунчика нет. Ростислав добил в крысу, хотя я его надамажил. Это что ты решил? Блин, я хотел туда кинуть свой гаджет. Ну вот у нас руина в катке. Слава богу, что я не пальцем деланный и немножечко помог. Так, да, кот вообще... Притягивай. Бам! Сразу в башню. Все. 10 побед, одно поражение. Что ты, черт побери, несешь? Аджика или как? Акджа. Притягивай. А чё ты? Ладно. Классная притяжка. Ну чё, мэнский лучик. Не. Ну, ребят, в общем, легчайшая была только что. Вот таким вот пиком. Ну, имейте в виду, что пик бомба. Сейчас еще две катки, и мы прошли этот режим. Ребзики, блин, вот это была потная каточка против нас DDL Cell. Я звездный игрок, кстати. И эту катку, ну, я не люблю хвастаться, но зарешал я. Итак, ребят, мы на изи прошли геймграб таким вот пиком. Кот решил взять Эмс. Дальше у нас Брулбол. Ну тут один пик. Петя говорил. Один пик. Вот, Роза. Значит, обязательно Эмс можно.
И кто-то еще. А, Макс, Макс. По-моему, таким вот пиком говорил Петя проходить. Я предлагаю такой пик и взять. Ну, конечно, в семье не без урода. Кот, возьми Эмс, ну. Ну, возьми Эмс, ну. Но она очень хорошо тут решает. Плотные, плотные стеночки там туда-сюда. Полетели в бой, сейчас мы продемонстрируем вам. Ой, я гаджет, походу, не тот взял. А ну, сейчас посмотрим. У нас сейчас с уроном играет, забей. О, у них, кстати, Фрэнк, да. Конечно, потому что Фрэнк имба! Так, а что у меня за гаджет? Нарисован дым какой-то. Ты замедляешь тех. Да? А, отлично. О, я бегаю быстро, ё-моё! Ха-ха, вот это прикол! Так, я у них на базе, пацаны, можете, если что, пасульку давать. Пасульку, мяч далеко находится. На Эмс надо убегать, ребята. Так, хорошо, мы проигрываем. Знаешь, ты мне напомнил того хоккеиста, который давал интервью. Мы летим 2-1. Ничего страшного. Так, у нас некого... Давай. Опа, хорош. Вот это я понимаю. Вот это я не понимаю. Полетели. Давай-давай, скорость. Да, держи. Бери. Классно, я взял гаджет. Все, пацаны, просто до свидания. Я сдох. Блин, Рост. Это гол, это гол, это гол. Нифига себе, подобного гола не будет. Так, ребяточки, держимся. Пошла стяжечка. Блин, ребят, можете похилить, пожалуйста? Кот, а тебе вообще нормально с уроном играет? С уроном на пассивку нормально играет? Да, 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 а что? Ты поц. Найс. Мама Серов, а Дрекс Денник. Короче, размотали пацанов. О, большой ящик, офигеть. Мне ничего не дали там. Вау, прикинь, большой ящик. Класс, мне оттуда ничего не выпало, кстати, пацаны. Так, ну что, остается две победы, пацаны. Две победы, и все, и мы прошли это испытание. Покажу последнюю. И, конечно же, заберу пин. И, ребятки, последний гол. И да, мы прошли. Нет, стоп, или еще одна. Это восьмая победа? А, это восьмая победа, ребяточки. Ну что ж, нам остается последний этап. Мы, кстати, один раз проиграли, но из-за того, что кот решил, что он самый умный, поэтому... А, кстати, мы за девятую победу еще получаем мега-ящик. А почему я об этом не знал? Не знаю, но я ничего не получил. Я понимаю испытания, когда давали просто мега-ящик за фулл пройденное, а тут дают мега-ящик и плюс еще и пин. Ну это же просто трэш. Ну, Хэллоуин, всем подарки. Сладости. Ребят, ну полетели, полетели. Последний бой. Я все записываю на видео, поэтому, если что, так, полетели. Все, ребятки, первые в мире. Кстати, реально, я смотрю сейчас, никто еще не прошел испу. Так. Нифига себе, она там мансит. Кстати, сейчас против нас хорошие типы. Нет. Слева тип поджимает. А. Вань, можешь гаджет? А зачем? Блин, там вообще-то... Ладно, там Тара просто была недобитая. Я думал, что она недобитая. Она подбитая. Так. Понял. Так, я залетаю. А у меня что, я ульт слил? Да, я походу ульт слил. А, походу я ультой пасанул. Ну ладно. Так, ну да, все, надо собраться, ребят, против нас реально такие нормальные типочки сейчас играют. Это Нави, походу. Нави? На твинках. Нави, отвечаю. Я их слушай, уже видел. Я тоже. Ну я побежал? Давай, удачи. Ну ты вряд ли забьешь там. А может я вряд ли забью? Да. Слушай, наверное. А как ты его запредиктил? Ну я бы мог забить, если бы не тяжка Тары. Ну серьезно. Ребят, я хочу, чтобы вы мне поставили лайк очень сильно. А я хочу, чтобы вы на меня подписались. А я помню, у меня что, полчаса задержка на стриме? Мне до сих пор показывается меню, где я еще не в хатке. Как не, так? То ж этот на сайте, скорее всего. Да. Лайв дашборд. Ну так там этот просто перемотают вперед. Давай заморозку, кот. Ну кот, ультуй. Заморозь. Да раньше было, она сейчас пас даст. Да вот на секунду, пораньше. Все, тихо, не, тихо, не орите сейчас. У меня запись, если что, идет. Ну, да, реально надо было замедлить чуть-чуть раньше. У меня гаджета нет, кстати.
блин. Ну все, это гол. Найс, хорошо. 1-1. Ребята, боремся за последнюю победу. Пожалуйста, поставьте лайк. Очень сильно рассчитываю на вашу поддержку. Убегаешь, кот. Иди, хелпани, Ване. Да дай отхилиться, тихо, 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 тихо. Ты пока туда идешь, отхилишься. Да я до сих пор не отхилился, о чем ты? Мне потому что ты не с той пассивкой играешь. Я тебе говорил еще прямо. Так, в смысле, урон лучше. Да блин, не перебил. Есть, перебил. Так это я. Найс! Был бы, если бы кот не сдох. Да! Холдик снова забивает! И это последний гол, ребятки. Все, внимание, просто всем внимание. Всем внимание, сейчас забираться будет главный приз этого года. Мега ящик мы получаем. Поздравляем, вы прошли это испытание. Я молодец, первый в мире. Найс. Сейчас я хочу посмотреть. Боже, класс, я прошел это испытание. 9 побед, забираем мега ящик. Конечно же, мне с него ничего не падает. И самое интересное, это то, что... А ну, а прошел Артем уже, прошел Арткул? Или нет? 9-0, да, он прошел? Ну, у нас, блин, одно поражение, жалко. Ну, ничего, бывает. Или нет, или он не прошел. Короче, неважно. Ну что, забираем пин? Фау, просто тыквочка. Ай, анимированная. Так, хорошо. Давайте возьму ее. Давайте, берите ее. А где она? А где она? Где она? Внизу. А, вот она. Тин. Как ее нажать, чтобы использовать в чате? Команда. Эмодзи. Листаем вниз. И используем тыквочку. Вот такая вот история, ребят, произошла. Налегке прошли вообще. Не запаривались. Полностью испытания затащили, показал вам пики, показал вам каточки, используйте мои, ну как бы, да. Наработки, да. Наработки, доработки, привет. Отработки. Спасибо, кто досмотрел ролик до конца. Ребятки, не забудьте подписаться, не забудьте поставить лайк. Всех обнял, приподнял, ссылки на тему в описании. И хорошего вам настроения, и удачного дня. Пока.